Время прививки груш моих диких. Привил полряда белорусская поздняя, полряда яковлевская. Следующий ряд начал. Завтра продолжу. Вон пакетики установил белые. Здесь будет завея. И еще три ряда просто Марии и Велеса. Вот такие дела. Как прививаю, покажу чуть позже. Профессионалы, конечно, меня раскритикуют. Ну, в общем, вот тут в прошлом году я сажал, мы сажали груши в поле, в открытое. Это подвой дикой груши. И я прививаю черенками, в данном случае белорусский сорт Завея. Это у меня положок от пчел. Выбираю самую подходящую по диаметру. Это не подходит, но на глаз вот это. Вот. И прививаю с помощью прививочного секатора. Потом те, которые останутся тонкие, беру я по две почки. С одной стороны, потому что в поле три почки на ветру высохнут черенки. И потом, которые концы остаются, я их тоже использую, уже прививаю с помощью улучшенной купулировки. Это намного дольше, чем прививка секатором, поэтому мне здесь нужно привить 200 штук. Вот. Довольно прохладно, ветер. Вот. Вон они там растут в ряд. Когда толщина привоя и подвоя совпадает, прививка секатором дает хороший результат. В принципе, я понимаю скептический характер комментариев, что секатор это не для профессионала. И я с этим согласен. Конечно, приживаемость от улучшенной куплировки намного лучше, чем от секатора. Но не всегда улучшенная куплировка. Если это питомник, то да. Удобно. Саженцы рядом друг с другом. Нет сорняков, очень удобно. В моем случае в поле есть сорняки, это подвой сильнорослый, поэтому я применяю секатор.